Великий Петр, царь-реформатор, строитель, плотник, мореход, с его на троне воцаренье Россия славный путь ведет. Он был тогда горяч и молод, стремился Русь преобразить, чтоб никогда ни враг, ни голод ее не смели поразить. Император, самодержец российский, Петр Алексеевич! Ведь подготовка к персидскому походу шла полным ходом. Как говорят историки, целью похода было проложить торговый путь для российских купцов, отворил нам в Азию ворота и оградить их от грабителей. После встречи с управителем-комендантом Саратова Петр отправился в соборную церковь. 5 июня 2022 года наша страна отмечает 350-летие со дня рождения Петра I, прозванного Великим и ставшего императором всероссийским. Нам очень важно напомнить, что некоторое время назад это место символизировало пустырь. Вот такие места должны именно публичные места, именно то городское пространство, которое олицетворяет сегодня возможность для отдыха жителей города Саратова, гостей, жителей Саратовской области. Оно должно принадлежать именно общественному пространству. И мы в течение 10 последних лет все-таки нашли то правильное государственное решение, которое сегодня вот обобщило эту возможность в такое городское пространство и на берегу Волги, любимое место наших горожан. Поэтому я сегодня поздравляю вас с очередным таким, с очередной такой победой для города Саратова, для вот этого свершения. Я думаю, что это будет любимым местом не только горожан, но и для наших гостей, для наших туристов,